Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Vico View 3 сделать проверку на вирусы. Для этого у вас есть предустановленное приложение на устройство, которое называется «Умный помощник». Открываем его, и здесь у нас есть функция сканирования вирусов. Тыкаем на нее, и после этого начинается сканирование. Может занять это несколько секунд. Как видите, у меня тут нашло одну какую-то вредоносную программу. Можем ее удалить. И кроме нее, как видите, других угроз не обнаружено. И сканировка завершена успешно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!